Вытащили с того света. Неравнодушные люди спасли щенят, которых кто-то бросил в снегу на морозе. Пермяк, возвращаясь на автомобиль домой, остановился возле мусорных баков в микрорайоне Висим. В этот момент от мусорного контейнера отошел мужчина. Он оставил пакет, из которого доносился писк. Водитель подошел, открыл пакет и увидел там трех новорожденных щенят, которые еще даже не успели открыть глаза. Мужчина забрал щенков домой. Изданию «АИ в Прикамье» жена спасителя рассказала, что малышей накормили детской смесью и согрели. Теперь они уже находятся у знакомой, живущей в сельской местности. Она имеет опыт по выкармливанию щенков.